Всем привет. Если вы видите эту запись, то вы красавчик. А еще я победил. Вот. Это уже шестая попытка записи. Три попытки у меня было на одну сборку, три попытки на другую сборку. И знаете что? Я везде абсолютно проигрываю. Ланселот, пошел. Короче, ты мне не нужен. Бакси. Пускай это стоит. Ты мне тоже не нужен. Так, что я хочу сказать. Во-первых, вы видели окно рандома на начальных трех персонажей. Как по мне, моя мысль о том, что в каждом окошке есть по 12, либо по 9 одних и тех же персонажей. То есть вы не выбьете кого-то другого. Возьмем магическое проникновение, поставим на Халида. Вот. Второе. Я записываю уже... третий раз я записываю, нахрена вы поменялись. Скажу так, что я задолбался. Я реально уже задолбался, я устал. У меня уже перегрелся телефон. И это просто жесть. Вот. По поводу сборок, что я записывал? Магов. Магов и Северную долину. Это уже третья попытка, которую я записываю. Магов и Северную долину. И знаете что? Если вам когда-то кто-то скажет, что маги это имбовая сборка, можете смело пойти и плюнуть ему в лицо. Потому что это вообще не так. Как бы вы ни старались, нет, вам может повезти, и магию действительно затащит, но магия это реально слабая сборка. У них, конечно, хороший урон, у них хороший урон, я не спорю. Но по всему остальному, они очень слабы. То есть любой человек, который убийца, если у человека будет сборка убийц, я не помню, кто остальные, значит, убийцы... Ладно, я не помню остальные сборки, которые были против меня, но вот смотрите. Да, короче, любая сборка выносит магов. Вот вообще любая. Вот, дальше что? Еще одну сборку я пробовал делать, знаете какую? Сейчас Алису вынесут. Я это куплю. Короче, я пробовал сборку. Западная долина. Стихийные. Что-то там еще. Я уже просто не помню, это было давно. Так, вы спрашиваете, почему я не покупаю Харида? Я его дальше второго уровня покупать не собираюсь. Я его просто потом продам. Он мне не нужен. Вот, можно взять кого-нибудь на Империю, но у меня нет никого на Империю, поэтому черт с ними. Вот опять, кстати, на рандом просто категорически не везет. Это третья игра за магов. И в третий раз мне просто категорически не везет на рандом за этих... убожеств. По-другому не скажешь, потому что, блин, ну они сливаются просто всем подряд. Серьезно, вот если я сейчас выиграю, это будет реально чудо какое-то. Но они сливаются всем подряд. При этом даже не важно, блин, хорошо они прокачаны, плохо прокачаны. У меня были махи с тремя звездами, с двумя звездами, то есть, ну, я имею в виду про весь строй. И знаете что? Они все сливаются. А еще самое интересное, что вот тут мне не падает вообще никто из нужных. Я не знаю, кого тут взять. Давайте возьмем книжку для Алисы. И вот, как вы видите, мы уже сколько играем? Довольно долго, да? Сколько мне выпало персонажей, нужных мне? Нет, мне, конечно, выпадает Харида просто. Бешеное количество Харида. Вот. Давайте его просто соберем ради прикола. Если я его смогу собрать до третьей звезды, я все равно потом от него избавлюсь. То есть я от него избавлюсь ровно тогда, когда я соберу полностью сборку магов, и мне выпадет одета. То есть тогда я от Харида просто избавлюсь. Потому что это самое бесполезное создание, которое существует. Кстати, да, стрелки тоже выносят магов очень хорошо. Помимо убийц еще и стрелки. Бойцы выносят магов. Вот бойцы просто отлично выносят магов. Вы даже не представляете, насколько это быстро происходит. Ну, опять же, это уже идет за счет контроля. Даже если Аврору, то есть даже если вы соберете полностью Северную долину, поставите всех магов, бойцы все равно вас вынесут. Так что даже не пытайтесь хоть что-то противостоять им. Так, все, продаем это, ставим это. Получаем синергию магов. Первую. И увеличим свой урон. Ну, вообще урон всех персонажей на 40%.
следующее увеличение урона будет на 130%. Но я думаю, до этого момента я не доживу. Хотя нет, скорее всего, доживу. Вот. Ну, в принципе, на самом деле, нам повезло, что Алиса в самом начале выпала, и мы не теряем очень сильно хп. То есть на начальных этапах Алиса выносит. Даже удивительно, что мы так выигрываем. Вообще, такое ощущение, что вот это вот против нас играют тупо боты. Потому что они вообще ничего не собирают, то есть они хрень какую-то собирают. Если мы выиграем, значит... Значит, действительно против нас играли боты, потому что по-другому я не могу сказать. Против людей эта сборка абсолютно проигрывает. Да, у меня собаки, и они любят погавкать просто так. И это реально раздражает. Так, Маша, спасибо, Маша. 2 рубля и наша. А сколько она стоила, действительно? Что-то я не посмотрел. Скорость атаки. Или магическую силу. Блин, а вот знаете, вот тут вот... Давайте магическую силу лучше возьмем и поставим ее... ей. Конечно, для Маши этот посох хорош будет, но... Пока что лучше так. Алиски. Алиски, Дариус. Спасибо, Дариус, ты мне не нужен, мне нужна это как... Я не помню, как ее зовут. Как тебя зовут? Гвиневра. О, вспомнил. Так. Блин, это очень удивительно, но... Когда я отозвался плохо, сказал, что маги это просто дно. Ну, не просто дно, конечно. Хорошее дно. В плане того, что они хоть что-то домогут. Они начали тащить. Серьезно, вот почему они до этого две катки не тащили, а вот на третьей они решили потащить? Это на самом деле очень легко объясняется. Это объясняется тем, что, скорее всего, против нас играют какие-нибудь боты, которые покупаем место, ставим Аврору, получаем Северную долину и с Чанешки переставляем на Аврору. Вот, все, теперь у нас Аврора будет просто выносить сразу всех ультой. Так вот, против нас играют какие-то боты, которые просто не собирают ничего. Вот я говорю, любой персонаж, который собирает синергию вот бойцов, короче, любую синергию, которая хоть как-то вносит дамаг и контролит, вот просто они выносят. А тут, я не знаю, ну какие-то, я не знаю, ну... Я не знаю, как их назвать, но это либо игроки, которые зашли сюда впервые, либо именно просто боты. Потому что до этого я сказал, я повторюсь уже не в первый раз, но до этого любой человек, который собирал хоть что-то, выносил нас, выносил меня на раз-два. Ну, здесь появились эти синергии наконец-то. Что-то персонажи другие собирают. Ну, вот убийца. Убийца, алая тень. Кстати, алтарь драконов тоже вносит магов, как делать нечего. Так, давайте захилимся. Я не знаю, почему мы сейчас побеждаем. Просто реально не знаю, почему мы побеждаем. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Может быть, в конце, когда другие люди пособирают уже что-то посерьезней, они просто нас потом уничтожат. Коробка судьбы. Мне сейчас нужна одета. И так как магов собираю только я, вот вы две сволочи, а. Давайте вместимость тогда заберем. Вот серьезно, блин, две сволочи взяли, забрали это. Как ее зовут? Одету. Она мне сейчас реально нужна. Ладно, поставим пока Алису. Собаки достали. Вот знаете, самое интересное, что они просто гавкают. Ни на кого-то, ни на что-то. Просто так, между собой. Так, Алису сюда переставим. Мне нужно еще две Алисы. И будет Алиса третьего уровня. Блин, серьезно, меня это поражает. Почему мы так легко побеждаем? Мы не должны так легко побеждать. Нет, ну это вот, я отвечаю, это связано между собой. То, что я плохо о магах сейчас сказал. И они начали побеждать. Блин.
Ладно, Чане, Алиса. Еще одна Алиса осталась. Ну, я думаю, можно, если что, на нее зеркалку, зеркалку завезут. Так. Нет, даже не нужно. Угу. Чанеха. Давайте, Машка. Опять не посмотрел, сколько она стоит. Ну, блин, 2 рубля, короче, стоит. Дариус. Прости, Дариус, ты мне не нужен. Ну, у нас, оказывается, место дополнительное. Ну, хорошо тогда, чё? Блин, мне реально с этого весело. Ну, вот этот убийц собирает. Этот. Я даже не знаю, что он собирает. 2 стрелка, небесные. Убийца. Серия поражения, 3 стрелка, ладно. Вот эти 3 персонажа нам нужны. Значит, убираем Чане. Кого мы ставим? Кагура. А они мне оба нужны. Так что давайте Кагуру пока поставим. Хотя, знаете, можно и Смирайду поставить, как танк. Нет, давайте Кагуру. Слушайте, а почему Алиса у меня там стоит? Вот так вот. Значит, мне нужна... Мне нужна... Черт его знает, кто мне сейчас нужен, ладно. Тут у нас что? Тут все замечательно. Что выпадает? Копирка. И физическая. Давайте возьмем физику и копирку. Физику мы поставим на Машку. Хотя, конечно, скорость атаки лучше. Физическая атака, я не вижу, что там написано. Сразу убивает цель, у которой... А, ну замечательно. Так, мне сейчас нужно дополнительное место. Для того, чтобы поставить Эсмеральду и получить полный бонус магов. И мы покупаем сразу место. Берем Чанеху. И ставим самое смертельное оружие, которое тут есть. Эсмеральду. И мы получаем бонус магов. Синергию магов. Увеличение магической... Увеличивает магический урон всех героев на 130%. Также у нас собрана Северная Долина, которая восполняет нашу ману. Ну, 3 персонажам ману. Которую... Аврора просто ваншотнул 3 персонажей. Замечательно. Короче, восполняет ману персонажам Северной Долины. И нам остается только Минотавр для этой, для Эсмеральды. И Гвиневра для Маши. Но мы можем купить одно место, и у нас есть дополнительное место, которое мы взяли. Соответственно, места нам хватит для всех. Эсмеральда. Еще одна Эсмеральда. Чанне 3 уровня. Игра, ты меня просто балуешь. Гвиневра. Серьезно, просто вот вы понимаете, насколько мне сейчас везет. Кого мне не хватает? Одеты. Вот одету я хотел бы поменять на Харида. Но я думаю, мне хватит места и... Я в любом случае... Нет, вот... Отвечаю, против нас играют боты. Серьезно, просто уже какой раунд идет? 15-й раунд? И вот вы хотите сказать, что реальные люди сделали такую сборку? Я никогда в жизни в это не поверю. Я переиграю этот раунд потом еще. То есть... через какое-то время я попробую еще раз сыграть через эту сборку. Может быть, не именно через нее, а через что-то другое. Но я повторю эту сборку в любом случае. И посмотрим. Потому что я вот сказал, я в жизни не поверю, что на 16-м раунде игры люди собрали вот именно вот это вот. Вообще можете... можете сами поделить. Да нет, по-любому это боты, вот отвечаю. Но не может такого быть, чтобы реальные люди так хреново сыграли. Ну ладно, увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением. Всем пока.